Всем привет! Давно не снимал видео, не показывал, что у нас, как вообще происходит. Ну вот, касательно мотоблока, поставили новый ступичный вал, все это поменяли. Колесо, конечно, идет восьмеркой, скорее всего, кривой диск. Ну, мне кажется, на любой шиномонтажке меня просто пошлют, скажут, купи колесо муравьевское и поставь. То есть, ну, смысла нет, так скажем, дергаться в этом плане. Вот. Сегодня с соседом, с моим другом катались. То одно увезти надо было, то другое привезти надо было. Просрочку привезли. Ну и, естественно, здесь мы вместе с ним не влезем, поэтому здесь стоит девяточное кресло с подлокотничком. Вот он. Катался со мной, кайфовал пассажиром. Это, конечно, запрещено перевозить пассажиров в телеге. Но мы тихонько, никого не трогая, не нарушая остальных никаких правил. То есть тихонько передвигались, по крайней мере, никто ничего не сказал. Вот. Пока используем снова старую телегу, которая у нас была изначально. Ну, дальше посмотрим. Эти сиденья у нас были взяты специально для того, чтобы поставить их на новую телегу, то есть которую мы будем варить. Пока недостаточно средств для того, чтобы ее варить, точнее закупить материал для ее сварки. Поэтому пока не дергаемся, используем то, что у нас есть. Вот сегодня немножко поработал, покосил. С животными у нас все как прежде. Единственный момент у нас сегодня в борозде между картошки была найдена крыса. Небольшого, конечно, размера, но это следствие разведения поросят. Точнее, выращивания поросят. Вот. Одна из проблем появилась уже. Ну, по моим предположениям, раз крыса лежала в борозде, как и иногда бывает, там птички, птенчики всякие, это самая молодая кошка у нас поймала. Она обычно утром уходит, ловит, днем заходит спать и вечером снова выходит на охоту. Ну, так как днем было жарко, это вот сейчас уже пасмурно, дождя опять нету. Поэтому посмотрим, что будет, как будет. Еще слышал такой момент, что якобы, если есть мыши, не будет, нет крыс, если есть крысы, нет мышей. У нас есть и те, и другие. Видео назвал в нашем хозяйстве пополнение. Объясню, почему пополнение, потому что кормить мы их также будем. То есть, несмотря ни на что, голодным от нас еще никто не уходил. Поэтому, ну, как ни крути, пока мы всех не изловим, они все равно будут кушать. Поэтому они, так скажем, популяция их пополнения. Вот. Ну и дальше будем продолжать чистку огорода. То есть у нас все заросло, все это надо прочищать. Немножко были моменты, когда мы расслаблялись. Сейчас расслабляться некогда. Поэтому будем работать. Вот, видите, плавают андатры, не стесняясь, потому что их никто не обижает. Здесь у них тоже место обитания спокойное, причем народу в этом году на нашем пруду мало, то есть редко бывает, кто-то приходит, поэтому они живут спокойно. Утка вывела 8 утят. По-моему, 8 или 7. Буквально дня 3 назад видели этих утят. Сегодня утка одна плавала. То есть, видим, по-видимому, бережет. Ну, посмотрим, что у нас будет. Хотелось бы, конечно, взять яйцо. Попробовать развести самому. Утят, конечно же, я брать не буду. Вот. Отсюда, наверное, не видно. Там у нас сидит кошка.
Сделал, да. Вот, видите, блестят на входе глазки. Вот она собралась на воду. Поэтому будет дальше отлавливать всех незваных гостей. Чем дольше они у нас будут находиться, тем они будут жирнее. Потому что, повторюсь еще раз, голодным от нас еще никто не уходил. Вот. Поэтому у нас сегодня коротко в нашем дворе. Всем добра, всем пока.